Че, все, анекдот? Анекдот в студии. Значит, стук в дверь, врач, войдите. Заходит мужик, здравствуйте, на что жалуетесь? Доктор, у меня такая вот проблема. Хуй, блядь, охеренно большой и здоровый. Связки оттягивает, я вот соплю, ничего сделать не могу. Жена в ахуе. Что мне делать? Он такой посмотрел. Ну, говорит, что, здесь отрежем, так, по бокам пришьем, ну, уменьшится, святочки восстановятся, голос, все в норме. Ну, режь, доктор, режь. Все, тут положил его под наркоз, там отшил, пришил, зашил, перешил. Мужик от наркоза отходит. Тот, ну, что, как голос? Ну, спасибо, доктор, все в порядке, пойду жену обрадую. Всего доброго. На следующий день ни свет, ни заря, стук, дверь, долбится кто-то. Войдите, войдите, не беспокойтесь. Заходит тот же самый мужик. Доктор, доктор, блядь. Сука, жена в ахуе, блядь. Маленький, говорит, блядь. Пришли обратно. Доктор такой. Нихера нет, все выбрасываем.